Спасибо, слава Богу. Значит, мы дождемся, да? Аллилуйя. Амен. Эта песня называлась «Я дождусь». Следующая песня имеет название «Зову тебя». Видите, какие у меня песни все новые. Чтоб дождусь, зову. Я уже на небо захотел, наверное, да? Друзья. Молодец, брат. Давно пора уже, да, Господу. Но еще не время, друзья, еще не время. Еще нам нужно потрудиться для славы Иисуса Христа. Еще не время, еще Бог дает нам шанс, чтобы мы приблизились к Нему. Еще Бог дает шанс, чтобы мы что-то сделали для Него. Сегодня благоприятное время для тебя, мой друг, и для нас тоже. Thank you.
Следующая песня будет такая, песня прославления, веселая, аллилуйя. Вы знаете, друзья, какое слово, прекрасное слово, аллилуйя, аллилуйя. Я не знаю, как на разных языках, на украинском, Игорь, как на украинском, аллилуйя, да? На молдавском тоже, да, Кристина, аллилуйя. Арнольд, на латышском как будет аллилуйя? Аллилуйя. Прекрасное слово, аллилуйя, да? На белорусском. Аллилуйя. Это вообще, мне нравится, знаете что, друзья, что это слово вообще, оно интернациональное, оно не на каком, оно всех языках одинаково. Друзья, эта песня, следующая песня называется «Аллилуйя». И эта песня о том, как народ Божий будет встречать нашего Господа, когда Он придет во славе. Какие у нас будут лица, какое у нас будет поведение вообще, как мы будем реагировать. Именно в этой песне поется о том, день яркий над землей, в город древний свой, царь царей въезжает, путь в пальмовых ветвях, с радостью в глазах, народ его встречает. Yeah.